Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях. Стоп-кадр для вас тренировочного матча в Турции, который проводят динамовцы с латвийским клубом «Ауда». Это бывший рижский клуб, а сейчас он из города Кикава. И, к слову сказать, чемпион Латвии. Первая лига. И вот момент, который, не сомневаюсь, всем поклонникам киевского «Динамо», украинского футбола будет, конечно, интересен. Давайте посмотрим прямую трансляцию. Благодаря футбольному клубу, его службе телевизионной. И вот удар издали, вы видели, сейчас повторят нам его. Владислав Кабаев ударом издали по центру. И это то, что вы увидите в повторе. Смотрите, динамовцы атакуют. И вот Кабаеву пас по ходу и удар точный. 1-0 динамовцы повели в этом матче на 54-й минуте. Я благодарен многим из вас, подписчикам моего YouTube-канала, потому что в понедельник, когда динамовцы проводили тренировочный матч на этом же стадионе в Турции с латвийским тоже клубом «Рига», в общей сложности три моих телевизионных сюжета уже вот за эти два с небольшим дня посмотрели вот более в общей сложности, я повторяю, три телевизионных сюжета посмотрели более 700 раз. Ну, согласитесь, ваш интерес, естественно, для того человека, который занимается в меру сил и возможностей своих творчеством, это приятно. Так что Бог даст, увидимся, как говорю, Бог даст, услышимся. Искренне ваш из Филадельфии, Дэви Аркадьев. Сегодня 23 февраля 2023 года. Смотрим дальше.